Всем привет. Небольшие новости, в общем. Как мы помним, есть такие вот струбцины от Festool оригинальные. Смотрим внимательно. Германия, да, пишет. Вот, Festool. Ну, струбцины классные на самом деле, да, если говорить честно. Не во всех случаях самые удобные, да, но однозначно тому человеку, который их выдумал, не просто 5 с плюсом, а какие-нибудь невообразимые 5. У меня их 2. В принципе, может быть сколько угодно, но я все время говорю о новостях. Итак, новости у нас вот такие. Как мы видим, это тестовые струбцины, на надпись не обращайте внимания, надпись сделана была по-скорому, просто чтобы показать, так сказать, как это может выглядеть. Струбцины один в один и делаются на одном и том же заводе. Разница у них нету накладушки, да, пластиковой, как мы видим. И немножечко конструктивно кнопочка. Сам пластик у кнопочки, как мы видим, у фестуловской струбцины. Но я думаю, что у них есть определенные требования, вот, которые специально для Festool делают такую кнопку. А вот эта кнопка, которая идет для всех других струбцин на этом же заводе. И у нас специально для системы Ассистент и вообще для бренда Ассистент, да, мы заказываем вот такую партию струбцин. Сразу будет вопрос, да, а в чем же фокус? Ну, смотрим, это абсолютно то же. Все абсолютно то же. Вот. Тот же завод. Это сделано в Германии, это не Китай. Вот. Сразу напрашивается вопрос, ну а в чем смысл? Ну, смысл в цене. То есть цена, предположительно, которая у нас будет на выхлопе для покупателя. Я боюсь его оглашать, да, ну, скажем, в зависимости от местоположения дилера, вот, порядка 30 евро. Ну, она будет уточняться, но если эта струбцина Festool стоит 51 евро, то Ассистент абсолютно того же качества. Ну, сами видите, это на одном заводе сделано, на самом деле. Будет стоить в пределах 30 евро. Да? Мы сейчас не говорим там плюс-минус, но это так ориентировочная цена. Естественно, сейчас это я их буду все 4 тестировать. Нет ли каких-то подводных камней. Вот. Но на внешнее знакомство, да, это одно и то же на самом деле. Вот. Поэтому вот такие новости. Ну, а если есть струбцина, значит, есть нечто, ради чего она, собственно, и заказана. Да? А вот это нечто... Это уже будет немножко попозже. Сейчас ведутся работы. Я думаю, вас всех приятно порадует. Вот какие-то новости по этому поводу. У дилера вы можете, если вам цена ориентировочная, она не должна превышать порядка 30 евро, да, там может быть на 1 евро. Нравится, то формируйте списки, кому нравится. Потому что будет заказана определенная партия. Да, и сверх этой партии будет заказано сообразно определенным списком. Ну, для начала, там посмотрим, как дело дальше пойдет. Но я повторюсь, если есть струбцина, значит и есть нечто, куда мы ее собираемся засовывать. Ну и в хозяйстве такая вещь мне представляется очень полезной. Как-то незабвенный Тони обозвал эту струбцину кондовой. Я слова это не знаю, не люблю очень. Вообще английские вот эти все приколы, обороты, речи. Но верю Тони на слово, что слово кондовый это что-то такое
очень-очень хорошая. Вот так вот. Поэтому, ну, надпись на скорую была нанесена, поэтому на нее не обращаем внимания. На серийной струбцине будет надпись «Нестираемая». Всем спасибо, всем привет.